Данная модель оснащена бесщеточным двигателем, поэтому этот инструмент прослужит долго. Также обратите внимание, здесь есть регулировка скорости. Да, естественно, она оснащена фонариком для удобства подсветки. Причем он светит не отсюда, как в большинстве моделей, сразу тебе на палец, а именно подсвечивает снизу. Поэтому ты всегда видишь в темноте, куда ты засверливаешь. Обратите внимание на широкий патрон, он 13 мм, поэтому сюда можно вставлять даже самые большие сверла. Ну и самая крутая функция, которую я здесь обнаружил, это то, что этот шуруповерт обладает ударом. Благодаря единой аккумуляторной платформе можно использовать одни аккумуляторы с разным типом инструментов Redbrick. Круто же, когда ты можешь воспользоваться циркулярной пилой без проводов. В прошлый раз нам не хватило немного пескобетона, поэтому дозаливаем и наконец устанавливаем качели на готовую арку-перголу.